Доброе утро, мои дорогие! Сегодня хочу вам показать и немножко рассказать о одной из самых красивых и самых знаменитых площадей Рима – площадь Венеции. Смотрите, какие тут фонтаны, обалденные! Чайки вон пьют воду, видите? Утоляют жажду. Сегодня уже сейчас 7 часов утра, но уже такая жара невыносимая. Почему называется эта площадь Венеции? Потому что прямо напротив находится здание Палаццо ди Венеция, вот то красное, видите? И вот его и прозвали, этот дворец, да, венецианский, которому уже тоже практически 600 лет. И благодаря этому дворцу и площадь назвали площадь Венеции. Очень ухоженная, чистенькая, тоже с большой историей. Здесь находится исторический монумент. Вот видите, в ходе освобождения Италии от варварских захватчиков. Смотрите, какая красота здесь. Всегда тоже очень много народу. Очень красивая площадь. Очень монументально. Я была внутри этого вот дворца, да. Он просто мега огромный. Туда, чтобы вот обойти, там все, там находится музей. От начала древнеримской эпохи и вот до наших дней этот музей огромный. Там же есть прямо наверху такая кабинка, с которой можно увидеть практически весь Рим. Я там была, у меня даже есть видео, можете посмотреть на моем канале. Вид сверху Рима, это просто шикарно. И, в принципе, бесплатно. Я очень спокойно зашла туда, сняла видео, поэтому, когда будете в Риме, можете тоже спокойно подняться, там есть лестница. И увидеть Рим. Это просто шикарное зрелище, ребята. Очень красивая площадь. Тоже постоянно здесь проходят какие-то реставрации. Такое вот красивое-красивое здание. Вот так вот от этого дворца Венеции, открывается, вот видите, вот такой вид на эту площадь, вот такая вот огромная лестница, там далеко видны два солдата, которые тоже как вечный огонь там у них горит, видите, вот видно. И вот они стоят там, как бы в знак памяти погибшим при освобождении республики итальянской. Видите, вот такие вот очень шикарные монументы. Я вообще не понимаю, как они вот те повозки наверх подняли, потому что это же бронза, она тяжеленная, вертолетами, видимо. Вот такие вот тоже, видите, из воины, которые освобождали. Такие вот красивые. Вообще, эта часть Рима, она такая вся прямо на каждом шагу забита различными историческими артефактами, очень красивая, и сзади находится практически весь Древний Рим, сзади этого дворца весь Древний Рим, который остался, вот, который сейчас нашли и реставрируют, очень серьезно реставрируют, идет реставрация, центр весь закрыт, потому что, видимо, начало разрушаться уже достаточно много лет Риму. Естественно, что все разрушается. Вот с другой стороны еще один фонтан, видите, все ухожено, цветочки, очень красиво. Но это прямо центр Рима. Вот такая вот площадь Венеции, красивейшая. Всем советую посетить ее. Здесь обычно очень много народу на этих лестницах сидят и просто не протолкнуться. Поэтому с утра снимать видео это просто в самый раз.